В столице состоялась конференция на тему «Самаркандский саммит Организации тюркских государств. Основные итоги и перспективы развития сотрудничества». Участники акцентировали внимание на важных инициативах, выдвинутых главой нашего государства, и значимости форума в целом. В формате онлайн и офлайн более 20 представителей ведущих аналитических центров ряда стран обсудили основные итоги первого саммита ОТГ в Самарканде, в том числе его значимость, а также важные инициативы, выдвинутые президентом Узбекистана на полях мероприятия. Состоялись две сессии, в рамках которых говорилось о том, что за период между саммитами в Стамбуле и Самарканде ОТГ продемонстрировала беспрецедентную активность своих структур как в плане наполнения практическим содержанием ранее достигнутых договоренностей, так и выработки новых проектов в рамках реализации стратегии «Видение тюркского мира 2040». Между тем, Самаркандский саммит продолжает вызывать интерес в экспертном сообществе. Делается акцент на то, что прошедший саммит предоставил платформу высокого уровня для обсуждения обширной повестки дня организации. Оценивая итоги этого важного мероприятия, следует отметить, что за истекший год была проделана большая работа, и в частности работа по подготовке проведению саммита в Самарканде. Была тщательно подготовлена программа этого саммита, очень активно работали экспертные группы, и то, что в вот эту итоговую декларацию удалось, скажем, согласовать в сжатые сроки на эффективном уровне, говорит о том, что между участниками тюркское сотрудничество наблюдалось полное единодушие по основным принципиальным моментам сотрудничества. Инициатива президента Узбекистана создания на пути внутри организации пространства новых экономических возможностей, заявленная инициатива, я считаю, по сути, является одной из важнейших, чтобы изменить ситуацию на этом стратегическом направлении сотрудничества. Да? А поскольку без свободной торговли, продвижения товаров, услуг, инвестиций, активно развиваться в организации тюркских государств она не может. Мне кажется, что предложение проводить ежегодный международный тюркский экономический форум является очень перспективным, тем более планируется принимать также ежегодные дорожные карты по реализации совместных проектов и дальнейших программ. Проведение саммита ОТГ в Самарканде является знаковым событием в истории тюркских государств. Дорожная карта, предусмотренная Самаркандской декларацией, обозначила новые цели. Сделан еще один важный шаг к систематизации сотрудничества стран-членов Организации тюркских государств в рамках программы до 2040 года. Принятие стратегии ОТГ на 2020-2026 годы имеет большое значение с точки зрения повышения решимости. В этой связи главным призывом ОТГ является общее развитие и процветание.